это называется роман с Бельведерского, это такой герой. Актер между собой, такой водевиль, был написан для Ирины Муравьевой, и ее по-прежнему играют, да, не такая антреприза. Но не важно, там один из героев, актер, который ухаживает за героиней Муравьевой, не важно, кто она, а главное, что он вернулся недавно из Франции. Она его спрашивает, а что вы там делали? И он ей отвечает. Мой дядюшка скончался близ Гренобля, натешившись на жизненном перу. На карты и на девок все угробля. Он не оставил мне ни рубля. В наследство не оставил ни рубля. Бессмысленной мечтой мой дух колеблет. Мне видится во Франции корабль, и замок мой белеет на скале. Боевого корабля.